песни, конечно, это третий по счету переделка старой замечательной еще довоенной песни. Но она, по сути дела, и говорит. Декабрь 79 года. Бой гремел в окрестностях Кабула, ночь слепила вспышками огня, не сломала нас и не согнула. Видно, люди крепче, чем броня. Дипломаты мы не по призванию, нам милей братишка автомат. Четкие команды и приказания, и в кармане парочка гранат. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, грохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи. Вспомним, как бежали в горы басмачи, как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. На костре в дыму трещали ветки, в котелке варится крепкий чай. Ты пришел усталый из разведки, долго шел и столько же молчал. Синими замерзшими руками протер вспотевший автомат и о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, грохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи. Вспомним, как бежали в горы басмачи, как зарокотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Самолет заходит на посадку, тяжело моторами гудят. Он привез патроны и взрывчатку, это для тебя и для меня. Знаете же, ребята, мусульмане, ваше дело в том, что мы за вас. И не надо лишних трепыханий, бой ходить нам не в последний раз. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, рокот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи. Вспомним, как бежали в горы басмачи, как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Теперь почитаем.